беспроводная аккумуляторная машинка для полировки басюс не профессиональный инструмент, а скорее бытовой. Этот вариант для поддержания красоты и создания лоска. Например, покрыть воском лакокрасочное покрытие или заполировать неглубокую поверхностную царапину. Главное преимущество этого инструмента заключается в его компактности и отсутствии привязки к розетке. Машинка оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает более 45 минут непрерывной работы. Предусмотрено две скорости вращения. Скорость переключается одинарным нажатием во время работы. Низкая скорость подойдет для нанесения воска, а для полировки годится только высокая скорость. Время зарядки аккумулятора от 4 до 5 часов, а его емкость 4000 мАч. Диаметр диска 125 мм. Насадки к нему крепятся при помощи липучки. Размеры шлифмашинки вы можете увидеть на экране.